Ну, природа-то какая, а? Представляешь, кто-то уже вторую неделю подряд звонит на телефон, молчит и только дышит в трубку. Да ладно. Ну забей, слушай, ну всякие бывают, а? Вот зато я сегодня на Мстителя исходил. Да ладно! Во! Я тоже хотел смотреть этот фильм, как он, расскажи. Такой фильм про супергероев, ну прям во! Одна проблема. Какая? Все смотрели на меня. Я что, урод, что ли? Я думаю, что скорее, особенный. Потому что ты похож на одного из супергероев. О, это прикинь, вот фильм бы про нас снять, про супергероев в масках. О, лопатка, Салева спасает мир. Да кто бы пришел смотреть на нас? Не знаю. Хотя, может быть, он? Или он? Или он? Да давай уже отвечай, скажи, ну, сколько это можно? Можно? Сейчас. Кто там? О, смс-ка от старого нового президента. От Путина? Путина. От Корягина. Бери выше. С этими президентами. Ну и что он там пишет? С праздником вас. Да! Что, он просто поздравил нас с праздником? На ближайшей опасной зоне вас ждет матч, праздничный матч против ветеранов. Да! Против каких именно ветеранов? Гринго Кувалда. Хотя, ну, с другой стороны, мы уже побеждали их два раза. И кто нам скажет, что мы не сможем сделать это в третий раз? О, кто-то мне звонит. О, музычка! Ладно, думаю, пора отметить. Алло? Алло? Музыку, ну! Опять кто-то дышит трубку. Ага. Алло, я слышу тебя. Че, он говорит, что нас видит? Да слушай, забей, а! Забей! Дышать и сопеть может каждый. Фанатка какая-нибудь. Слушай, ну смотри, сколько у тебя было фанаток. Настя, Алена, Аня, Маша, Наташа, Марина, Юля, Женя. А их прирост, ты вообще не вспомнишь, сколько их.